Атомная энергетика стала еще ближе для жителей областного центра. Масштабное имиджевое мероприятие, организованное Калининской атомной станцией, состоялось 7 декабря на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Интеллектуальная викторина, посвященная теме атомной энергетики, объединила людей разных возрастов и профессий. Школьники, студенты, суворовцы, представители предприятий Твери с интересом приняли вызов у домельских атомщиков и стали участниками захватывающего проекта «Связь поколений». Популяризация духовно-нравственных ценностей, достижение инновационного и технического развития страны, сохранение исторической преемственности поколений – главные задачи, которые ставили перед собой организаторы проекта. Об этом говорил, приветствуя участников игры, заместитель директора по управлению персоналом Калининской атомной станции Олег Лебедев. Я уверен, что сила сегодня – это в единстве. А когда мы говорим, что единство поколений – это коллаборация активностей, драйва, энергии, опыта и мудрости. Это сила настоящего и будущего. Когда мы вместе, нас не сломать и не победить. И это важно для нашего предприятия Калининской атомной станции, для нашего региона Тверская область и для нашей страны, Великой России. Становление и развитие атомной промышленности, выдающиеся ученые физики, удивительные факты и знаменательные события из истории атомной энергетики, Тверской край и известные земляки стали главным лейтмотивом игры. 15 команд на протяжении 6 раундов демонстрировали не только свою эрудицию, но и отличное настроение, заряд позитивной энергии. Потрясающее мероприятие, на самом деле, наша команда очень довольна. Казалось, вопросы некоторые действительно очень сложные, думали, что легко справимся, но нет, надо было подумать, очень зарядились. Пускай мероприятие ваше станет на постоянной основе проводиться у нас. После этого мероприятия атомная энергетика стала для меня гораздо ближе. Я узнал о ней очень много нового. К примеру, я не знал, что она считается одной из самых экологичных в мире. И также я не знал, что в России строится так много атомных электростанций. Очень понравился вопрос про складовскую Кюри, когда надо было отгадать загаданного человека на основании нескольких предыдущих вопросов. Вот это просто самый отличный конкурс был. Мария, складовская Кюри, именно про нее сегодня шла речь в этом раунде. Наша команда очень довольна и счастлива, что приняла участие в этом мероприятии. Кроме непосредственных участников игры, на вопросы атомной викторины отвечали и зрители. Онлайн-трансляция мероприятия шла на платформе ВКонтакте в официальной группе Калининской АЭС. К ней присоединились более 2000 зрителей из разных уголков страны. Двухчасовой интеллектуальный поединок завершился торжественным награждением победителей. Ребята, уходите сюда! Забирайте свои награды, а то нам уже тяжело их держать. Самой эрудированной в вопросах атомной энергетики стала команда «Русский свет». Команда исторического парка «России. Моя история» заняла второе место. Сборная лицеисты, физико-математического класса Тверского лицея, уверенно обошла своих старших соперников и заняла почетное третье место. Тверской лицей давно дружит с атомной станцией. Мы туда ездим каждый год на экскурсии. Эта команда была на экскурсии этим летом. Я считаю, что действительно атомная энергетика – это будущее, за ней будущее. И я думаю, что немало детей, которые это понимают, как и родители, в общем-то. Так что не зря отпускают своих детей в Удомлю, не зря мы туда ездим, не зря нам хочется туда ездить, не зря мы этим интересуемся. Так что это все наше будущее, это наши дети. Памятными дипломами и призами от Калининской атомной станции были награждены победители и все участники проекта «Связь поколений». Ирина Елсукова, Дмитрий Ермаков, Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.